В рамках празднования столетия газеты «Актобе» представители ТО «Актобе Медиа» посетили Мартукский район. Сотрудники компании побывали в райцентре и двух селах, увидели новые и отремонтированные социальные объекты, познакомились с экспонатами местного музея. Встреча с педагогической общественностью прошла в детской школе искусств имени Камбара Медетова. Выступавшие говорили о подписке на областные газеты «Актобе», «Актюбинский вестник» и журнал «Иштаган». В завершении мероприятия ряд активных подписчиков были награждены благодарственными письмами ТО «Актобе Медиа» и областного управления образования.